В руках тюльпаны, в глазах огонь. В преддверии 8 марта на входе музыкального театра мужчины не пропускают ни одну даму. Каждой по букету весенних цветов. Таких букетиков ровно 1250 по количеству приглашенных на праздничный концерт. Сегодня эту часть прекрасной половины не стали задерживать в офисах и кабинетах. Эмоции переполняют, потому что возраст, в общем-то, для женщин это не помеха. Всегда радуешься весне, всегда радуешься солнцу, всегда радуешься празднику. Поэтому всегда счастлив. Каждая женщина хочет внимания, прежде всего, искреннего, от всего сердца. Это дороже любых подарков. Ну, подарки, конечно, тоже. Кто-то все-таки вспоминал о происхождении праздника, когда в 1857 году в Нью-Йорке за равноправные условия труда бастовали работницы легкой промышленности. Но куда приятнее говорить об этом с букетом цветов от мужчин, уступивших перед напором дам. Я женский день воспринимаю как день гендерного равенства мужчин и женщин. Как женщина, которая получила право, ну, как бы быть там руководителем, так далее. Ну и, конечно, это внимание семьи, мужа, детей к тебе как женщине. Я люблю этот праздник. Уже со сцены поздравления звучат не только тем, кто пришел на концерт, но всем женщинам. Ведь именно слабый пол делает мужчину сильным, признается губернатор. Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания края не скрывают своих эмоций. Говорить спасибо прекрасной половине человечества можно бесконечно. Вы свое женское сердце и душу вложили в своих детей. И сегодня станица, район, край, да и страна может ими гордиться. Для нас очень важно, что в нашей жизни есть не просто женщина, есть друг, есть помощник. В женских глазах я вижу огромную поддержку, терпение и доброту. А женщине судят о том, как у нее в доме. У нас в нашем огромном большом доме под названием Кубань, благодаря вам, все ладно. Кубань живет и процветает. Спасибо вам за это огромное и еще раз с праздником. Только в вашем присутствии для мужчины жизнь имеет смысл. Только вот ваше присутствие сподвигает мужчин на то, чтобы творить, производить, делать. Все это делается ради вас, ради самой лучшей половины человечества. Я хочу от имени депутатов законодательного собрания и от себя поздравить вас всех с этим замечательным праздником. Поздравления продолжились праздничным концертом. На сцене выступали лучшие творческие коллективы Кубани. Шоу готовили специально к этому дню. А на выходе каждая дама могла почувствовать себя моделью. Профессиональная фотосессия на память. Ну а у мужчин остались самые напряженные часы. Поиски подарков и сутки на решение неразрешимой задачи. Чего она все-таки хочет? Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.